Всем привет! Вы на канале Саша ТВ! Да, и мы приглашаем вас в волшебный мир манджиков. К нам прилетели вот такие вот прекраснейшие, милейшие радужные феи. Их 12 штук в коллекции. 12 пакетиков у нас. Мы сейчас их все, конечно же, откроем. Познакомимся с нашими чудесными феями. Вот такие они волшебные. У них крылышки светятся в темноте. Они днем летают радужными крылышками, машут, а ночью они превращаются в такие маленькие фонарики. Ну что, давайте же скорее откроем. Эту чудесная коллекция, конечно же, от Деа Гастини нам приехала. Сейчас мы ее будем распаковывать. Итак, открываем первую фею. Тут еще один. Да, вот такие вот пакетики. Идет такой вкладыш с нашими чудесными, радужными, забавными, веселыми феями. Какая красота! Это нам попалась Ира. Кира. Да, то есть Кира. Это радужная фея Кира. И что тут пишут о нашей красавице? Она самая отважная среди всех фей. Она ничего не боится. Кире нравится исследовать новые места, особенно в компании лучшей подруги. А лучшая подружка — это у нее Эйприл. Одна красавица фея у нас уже есть. Сейчас открываем еще. Следующая. Еще пакетик. Тоже у нас попался. Какая красавица. С зелеными крылышками и короной. Это потрясающе красивая фея Эйприл. Это фея красоты. Она очень обожает красивые вещи и всех наряжает в красоту, кого встречает. Вот они, две подружки, Кира и Эйприл. Следующее. Какие же они замечательные, вот, красивые. Они блестят крылышки на солнышке, а в темноте будут светиться. Тоже Сашенька попала. Ой, какая красавица. Это, наверное, спящая фея. Сашенька, посмотри. И как же зовут эту красавицу? Это Дейзи, светлая фея. Спокойна и наполнена внутренней гармонией. Это позволяет ей помогать остальным феям. Лучшая подруга — это Ева. Любимый цвет у нее голубой. Они просто милейшие феи. Давай скорее распаковывать, посмотрим, что же там за красота. Мы должны собрать всю коллекцию. Это новенькая. Сейчас мы почитаем, что за феечка она попалась с розовыми крылышками. Так, Настенька, находи, где же она? Это вот она, со звездочками на платьице. У этой феечки крылышки покрыты блестками, как звездочки такие мигают, мерцают. Это фея Вивьен, магическая фея, самая ответственная, много читает и знает о магиях, больше всех в мире манджиков. Лучшая подружка этой феечки — Дейзи. И еще у нас две подружки встретились. Это Дейзи и Вивьен. Это у нас фея, похожая на Сашеньку, сладкоежка, любит сладкое. Это сладкая фея Кейти, обожает готовить сладости для своих подружек. Она щедрая, внимательная, очень любит проводить время с друзьями. Ее лучшая подружка — Терри, но мы еще ее не открыли. Давай скорей! Что же там за феечка такая красивая? Они невероятно красивые, классные, просто чудо волшебные. А ночью мы их протестируем, как они светятся. Ой, кто это? Еще одна красавица с блестками на крылышках. Это феечка Люси. Самая веселая в мире манджиков.
Ей нравится делать окружающих счастливыми. Ее подружка Эленор. Саша распаковывает. Я скажу, что нам попался вот такой талисман Мэнджика в виде солнышка. А еще во вкладыше указано над каждой феечкой, какие из них меняют цвет на солнышке, а какие из них светятся в темноте. Повторка. На повторку попалась. Это феечка, которая спит. Как же ее? Это Дейзи. Не, мы ее не будем распаковывать. Давай, Настюша. Ух, какая с розовыми крылышками. Так, давай сейчас мы посмотрим. Это Джун. Это Джун, игривая фея, забавная и остроумная. У нее замечательное воображение, благодаря которому она придумывает самые разные игры для своих друзей. Ее лучшая подружка – это Люси. Посмотрите, какие они волшебно красивые. Талисман. Волшебный талисман. Как у нас солнечный. Солнечный такой, радужный. Что там? Какая? Там тоже талисман. Тоже талисман? Только где он? Вот это там были. Ну-ка. Вот он. Еще один талисман. Солнышко. На каждой феечке фиксированы вот такие крылышки, чтобы вот они солнышко. Не гнулись. Вот солнышко. Это феечка Сэмми. Для нее самое важное – это дружба, потому что это феечка дружбы. Она способна на все ради своих друзей. Ее лучшая подружка Джун. Вот еще две подружки встретились. Джун и Сэмми. Итак, Настенька открывает. Наша коллекция прибавляется. И еще феечку мы ждем, пока она нам прилетит. Еще одна повторка у нас. Так, кто это у нас? Кира. У нас Кира. Еще одна Кира. Кира. Так, Сашенька открывает. Кира. Такая вот веселая компания девчонок. Кира. Радужных, волшебных. Феечек собралась. Скорее, скорее, скорее. Что ж там, Сашенька? Ура! Боже, еще одна феечка красоты. Это феечка, феечка, феечка Эйприл. Да, эта феечка будет светиться в темноте, потому что над ней такой значок месяца. На той феечке, где значок солнышко, она меняет крылышки на солнце. И она будет менять крылышки, да? Да, теперь у нас две феечки красоты. Еще одна повторка. Вот они у нас. Итак, сколько же мы собрали наших красивейших волшебных феечек? Вот такая вот коллекция у нас собралась. Нам осталось собрать всего лишь 4 феечки. Из 12 фей нам попалось 8. Да, вот такие потрясающие, замечательные, волшебные, просто невероятно красивые, радужные феи. Они просто невероятно красивые. Посмотрите на их крылышки, они такие изящные, такие милые. Просто не оторвать глаз. Ну что, кто хочет заказать этих радужных фей, кому они понравились? Нам они понравились очень-очень-очень. Мы очень хотим собрать всю коллекцию этих волшебных, потрясающих, радужных фей. А кому понравилось и кто хочет их заказать прямо сейчас, можете пройти по ссылке к нам под видео и заказать этих замечательных радужных фей у нашего партнера Тегостини. Смотрите наше видео. Ставьте лайки. Лайки.
заказывайте эту чудесную коллекцию у Дэго Стини. А мы остаемся еще в этом волшебном мире манджиков, ими любоваться, ими играться, заряжать их на солнышке, посмотрим, как они будут менять цвет их крылышки. В общем, мы сейчас будем ими играть. Они будут летать, и посмотрим, как же они меняются, а в темноте посмотрим, кто же из них светится в темноте, как фонарики. Ну что, всем пока!